Всем привет, с вами Евгения Рассказывает, это телеканал Step to Stars, и мы сегодня находимся на конкурсе «Достояние России», и со мной рядом стоит очаровательная, сжигающая просто всем своим видом женщина с сногсшибательной энергетикой, это певица Анастасия. Здравствуйте, Анастасия. Привет, здравствуйте всем. Наш телеканал Step to Stars интересуется, что сподвигло вот... Что самое трудное к тому, чтобы стать звездой? Что сподвигло? Может ли человек, который имеет внутри такую энергетику, не стать звездой? Это что, судьба, рок или это все-таки труд? Как по вашему мнению? Ну, во-первых, это детское, потому что папа киноактер, мама кинорежиссер. Во-вторых, это, конечно, образование. Это Щукинское училище, это очень серьезная театральная школа. Ну и потом, наверное... Мечта не могу сказать, потому что мечта у меня была совсем другая. Я хотела быть и хирургом, кардиологом, я хотела быть океанологом, биологом, но никак не актрисой. Как-то вот получилось так. Вообще слово «звезда», оно какое-то затертое сегодня, согласитесь. Три раза человек мелькнул по экрану, он звезда. Звезды только на небе. И звезда, человек или не звезда, проверяется только временем. Но это мое такое мнение. Потому что сегодня он звезда, а завтра его даже никто и не узнает. Понимаете, поэтому звезда, это вот Эдит Пиаф, это звезда. Сколько ее уже нет, а песни ее любимые, они слушаются. Вот Далида – это звезда. Я не знаю, там... Майя Плисецкая – это, безусловно, звезда, но в другой области творчества. Поэтому не будем, давайте, вот кидаться звездами, такими словами. А скажите, пожалуйста... Популярность, знаете, популярность, да. Ну, знаете, сейчас есть такое, в кавычках, такие «поющие трусы» говорят, и все, это что сейчас... Да? Да, это моя фраза, «поющие трусы». Настолько она стала легендарной, и вот мы, наконец-то, нашли родоначальника этой фразы. Да, я мама этой фразы, «поющие трусы» – это моя фраза. Я не хотела ни в коей мере обидеть девочек. Я считаю, я имела в виду трусы неделька. Есть такие трусы, вот их одевают там, да, в понедельник, во вторник другие. И в среду третий. Вот я вот в этом плане имею. Не то, что они там трусы показывают, а в том, что они как трусы неделька. На каждый день разные. Там гораздо глубже смысл. А скажите, пожалуйста, а что вот нужно ощутить в себе, чтобы действительно выбрать эту профессию? Я не знаю, вот что это? Это рок. То есть вас Господь выбрал? Или вы выбрали эту профессию, как вы считаете? Вот такими словами, как Господь, вот это вот не будем сейчас вот к этой теме. Тут очень по-разному все. У кого-то большой год, у кого-то обманутая любовь, у кого-то чувство абсолютной неуверенности в себе. И от этого человек идет на сцену. Все наоборот, не так, как ты думаешь. Вы думаете, это правильно? Это разве это не призвание? То есть человек просто пытается как-то самореализоваться? Я думаю, что очень много ходят миллионы людей, которые даже и не знают, что у них такой, что их Бог в макушку таки поцеловал. И они об этом даже не знают. Это вот какое-то стечение обстоятельств должно произойти, чтобы вот это вот взорвалось и в человеке начало вот расти. Они не будут такие. Там раковая клетка, там, боже упаси, начало вот расти, и человек уже с этим ничего не может поделать, он не может не пойти на сцену, он не может не начать петь или не начать танцевать. Вот какое-то должно быть стечение обстоятельств, понимаешь? Да. Вот это очень правильно. Вы знаете, есть такое выражение, я где-то прочитала, что жемчужина рождается при повреждении моллюска. То есть должно быть какое-то вот творческого человека, да, испытывает. Да. Испытывала ли вас судьба? Очень много раз. Очень-очень много раз. Поэтому, ну, это у меня для этого пишется книга «Всем спасибо», она называется. Потому что сейчас это интервью будет дольше, чем весь этот конкурс. Поэтому это все потом я расскажу. А на самом деле, безусловно, когда человек плывет как щепочка по течению, никогда он ничего не достигнет. Просто вот меня сегодня сняли в сериале. Ой, хорошо, я вот и плыву себе, и плыву. Я знаю, ну, тысячи не скажу, но около сотни судеб, которые очень плохо заканчивали. Потому что если ты уже встал вот в эту реку, да, даже щепочкой, ты должен все равно варьировать, бороться, какие-то свои, там, может, недостатки побеждать, где-то какие-то там углы обходить или, наоборот, переть напрямую, напропалую. Поэтому здесь у каждого свое, но обязательно нужна какая-то борьба и внутренняя, на первом месте внутренняя борьба. С собой надо бороться.
вы сейчас очень правильно говорите. Спасибо вам большое, Анастасия, за ваши искренние слова, за напутствие. И давайте еще пару слов. Что бы вы пожелали все-таки человеку творческому, который вот хочет пробиваться, хочет идти вперед, хочет стать, грубо говоря, ну, звездой, как мы это называем? Никогда не считать себя звездой, никогда не почивать на лаврах, никогда не просто... Не почивать вместо... Не почивать на лаврах, да. Никогда не ставить себя выше своих зрителей. И я не знаю, сейчас это очень глубоко я копну, но, как говорил Вахтангов, каждый артист, будь то артист эстрады, театра, кино, неважно, человек, который имеет право выйти на сцену, он должен первым делом убить себе рабскую натуру. Привет. Рабскую натуру. Что это такое? Это когда слабого топчешь, а сильному лижешь задницу. Вот каждый артист, а вообще и каждый человек должен убить себе рабскую натуру. Вот это я желаю всем. Спасибо вам большое и удачи вам в вашем творчестве, покровительство, да, и много-много поклонников искренних, именно ваших. Спасибо. 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 С нами была певица Анастасия, и это программа «Шаг со звездой». Спасибо. Я на сцене жизни пою, это сцена сон.